изначально нашей цели не было порча имущества господина Пашаева и тем более совершение нападения на него, как он утверждает, хотя в итоге пришлось обороняться мне. Нашей целью было вручение термоса с фекалиями за его неприкрытую ложь, как он ее преподносит. Когда я шел, чтобы вручить этот Оскар господину Пашаеву, я поскользнулся на ступеньке, и действительно некоторое количество содержимого попало на него. После всего увиденного пришли к такой мысли, как по мне, довольно-таки интересной и в простое исполнение, что не нужно молчать. Не нужно молчать, когда видишь ложь, когда видишь моральное насилие над кем-то в рамках, конечно, законодательства.